Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас Land Rover Evoque 2012 года, 2 литра дизель. Заменим на нем и передние тормозные колодки. Для этого мы сейчас поднимаем автомобиль, снимаем передние колеса и меняем. Колодки мы заменим на оригинальные. Приступаем! Поднял автомобиль, открутил колесо, снимаем его. И вот они, наши тормозные колодки. Для этого мы сейчас снимаем вот эту скобу, поддеваем ее отверткой. Вот здесь вот берем с одной стороны и с другой стороны. Все, вот скобу мы сняли. Теперь здесь у нас с обратной стороны есть вот эта заглушечка и снизу такая же заглушечка. Снимаем эти заглушки, просто выдавливаем ее отверткой, вот такая вот. И снизу точно такая же снизу. Вот она. Берем биту Торкс. Бита здесь 45-я. Такая Т45. Откручиваем верхний болт и откручиваем нижний болт в тех местах, где мы сняли заглушки. И также нижнюю. Теперь берем отвертку и вот этот болт, который мы ослабляли, теперь его просто вот так вот берем и отталкиваем, выводим из зацепления. И нижний болт отодвигаем таким же образом. Можно отодвинуть через тормозной диск, немножко отжать суппорт, чтобы нам было удобно снять его. Внутренняя колодка остается на суппорте. Вот, сняли. Вот видно, колодка уже подошла. Металлом она еще не цепляла, но выработка уже у ней полная. Также и на верхней колодке. Теперь мы берем вот эту струбцину и вдавливаем поршень на место. При этом мы проверяем уровень тормозной жидкости, чтобы он у нас не побежал из бачка. По идее, если жидкость не добавляли, износ колодок рассчитан на уровень падает, когда износ колодок происходит к критическому, и тогда загорается лампочка. Загорается лампочка уровня тормозной жидкости.
С правой стороны у нас датчика нету, возможно, он есть с левой стороны. Пока у нас с жидкостью все нормально. Вот эта колодка у нас отжалась. Теперь берем, выдергиваем колодку из цилиндра. Вот такая вот здесь вот коронка. Отжимаем эти болты, снимем их, посмотрим. Болты чистые. Сейчас грязь, которая на них еще осталась, уберем. Здесь болты под шестигранник, но та же бита Торкс встает нормально. Поэтому есть болты под Торкс, есть под шестигранник. Вот как видите, нормально встает, поэтому можно Т-45 смело откручивать. Передние колодки мы будем использовать оригинальные фирмы LR. То есть, ну, Land Rover. Номер у них идет LR027309. Колодки идут 4 штуки в комплекте, ну, как и положено. Идет одна внутренняя колодка, она идет с коронкой, которая одевается в тормозной цилиндр, и наружная. Бывает на колодках направление движения, здесь, да, здесь этого на колодках нету. Ну вот, направляющие почистил. В принципе, они не ржавые, нет на них коррозии, просто налет какой-то был, налет этот убрал. Теперь берем внутри, мазать вот эти резиновые втулочки не нужно, но их можно брызнуть просто силиконовой смазкой. Обычная силиконовая смазка. Берем болты, вставляем их на место, сильно их не заталкиваем. Берем внутреннюю колодку, которая у нас идет с коронкой. И устанавливаем ее в поршень. Вот так она защелкивается, все, она стоит в поршне. Берем наружную колодку, устанавливаем ее в скобу. И ставим на место. Цилиндр. Закручиваем. Сначала один болт наживляем. Смотрите, чтобы он не промахнулся, а именно встал в свое место. И нижний болт. Так, вот видно. И один, и второй болт у нас вошел. Просто бывает, люди, когда один наживляют, второй промахивается. Поэтому перепроверить. Перепроверить не мешает. И зажимаем оба этих болта. Опять же, когда будете зажимать, сильно не усердствуйте. Потому что здесь бывает даже такое, что срывают в ЦАПФе резьбу. Это, конечно, надо очень сильно постараться, но бывает. Сталкивался с таким, что человек приезжает, а у него там сорвано все. Все, вот мы затянули. Ставим обе заглушки на место. Верхнюю и нижнюю.
теперь устанавливаем на место вот эту пружину. Эта пружина выполняет функцию, чтобы у нас не болтался суппорт и не было вот этих стуков. Вот это получается как раз убирает вот эта пружина. Устанавливается она довольно-таки легко, но кто это ни разу не делал, возникают трудности. Заводите ее вот так вот. Можно одну сторону сделать. Вот так вот завести, так даже будет удобней. Одну сторону, потом подвести вторую сторону, нажать вот здесь и нажать здесь. Вот, все, защелкнулось. Никаких сложностей нет. Бывает, мучаются очень долго, опять же, ну, от неопытности, наверное. Все, вот у нас, получается, эта пружина выбрала этот свободный ход, и цилиндр у нас, ладошка не болтается. После этого мы нажимаем на педаль тормоза 2-3 раза, пока у нас цилиндр не прижмет колодки к тормозному диску, и меняем вторую сторону аналогичным образом. Все, на этом замену тормозных передних колодок мы произвели. Ставим на место колесо. Всего вам доброго!